Варнава, ты не поверишь, что случилось в Миссаре. Хотя, наверное, поверишь. Я тебя слушаю. Я нашла у Кноса легендарный лабиринт. Ты была внутри? Я победила Минотавра. Как интересно. И все? Вообще-то речь идет о богах, Герадор. Скажи, как выглядела эта тварь? Так ли он сидит? Готовьтесь сражаться! Если подойдем ближе, точно столкнемся! Thank you.
Берем это на борт, капитан. Солнце заметно прохладней. Капитан покинул мостик. Всем вольно, ждите приказа. Это же Скура. Варнава рассказывал об арене. Нужно сходить туда.
Ты слышишь? Ничего, только ветер. Именно. Ничего. Да. Говорят, даже отсюда слышен рев толпы. Их жажда неутолима. Жажда чего? Битвы на арене, Мистия. Жизнь и смерть в их чистейшей форме. Любовь, ненависть, слава и гибель. И все на потеху публике. Меня зовут Скура. Кассандра, записка привела меня сюда. К тебе. На арену созывались бойцы со всей Греции. Эти стены давно не содрогались. Ведь героев арены не осталось. Толпе не нужны великие бойцы. Они хотят крови. Но ты, Мистия, ты можешь все изменить. Ты можешь всех удивить. И обретешь невероятные богатства, если будешь биться и победишь. Я заставлю арену снова содрогнуться. Славно. Расскажи о других бойцах. Новым участникам позволено выбрать противника. Здесь нет рабов или преступников. Только воины, готовые проливать кровь на потеху толпе. Ясно. Претендентов пока пятеро. Все безжалостны и кровожадны. Чтобы стать героем арены, нужно одолеть их одного за другим. Расскажи мне об арене. Она здесь уже много лет, но сейчас все изменилось. Как и многое. Да. Теперь всех привлекают лишь драхмы, не слава. А зрители приходят глазеть, как бойцы потрошат друг друга. Они присытились, им мало убийств. Им нужна жестокость. Я и мой клинок готовы. Выбери противника. Сражусь с царем разбойников. Еще? Yeah!
Слышишь? Ты неплохо справилась. Ты не смотрел? Я давно не хожу на арену смотреть бои. Но если толпа так шумит, возможно, она приветствует нового героя. Ну, разумеется. Как можно не поприветствовать легендарного воина? Может, те истории правда? Скоро. Мион. А, Мистия. Я сразу все понял, как только увидел тебя. Ты можешь стать героем арены, как Скура. Если будешь выступать, тебя ждет долгая и успешная карьера. Нас ждет. Дай знать Скуре, если захочешь продолжить. Эти храбрые, храбрые ты. Всего доброго! Выбери противника. Зарежу Белоса, как дикую свинью. Тебя!
Твой клинок. Копье. Напоминает мне о прошлом. О персах. Это копье убило много персов. Как и я. На поле боя. И на арене. Ты воевал против персов? Верно. Расскажи об этом. Было тяжело. Персы — грозные противники. Огромное войско. Свирепые воины со всех уголков Айкумены. Всей Греции пришлось объединиться. И даже этого едва хватило для победы. Единая Греция. И не поверишь теперь. Верно. А возвращение с войны было еще хуже войны. Обычная жизнь стала для нас с Мионом сложной. Она неожиданно лишилась смысла. Мы вновь обрели его только на арене. Как проходили бои в те времена? Тогда ценились честь и героизм. Мой клинок утопал в крови. Но времена были другие. И я был другим человеком. Как же тебе удалось стать героем арены? Что ты сделал? Я выжил. Мне пора. Ты показала себя истинным воином. Хорошо. Спасибо. Выбери противника. Я поохочусь на Иванту. Ah!
Воин на арене не имеет других привилегий, кроме гордости, чести и славы. Скажи, Мисте, есть у тебя близкие люди, друзья, семья, любимые? У меня есть близкие. Люди, которые мне дороги. А у тебя они есть? Моя дочь мне очень дорога. И, конечно, у тебя есть друзья, воины с арены. Были. Что случилось? Я герой арены. Воин номер один. Я убил своих друзей в честном бою. Их могилы тоже здесь. А как же твоя семья? Твоя дочь? Моя милая Наия. Впервые взяв ее на руки, я понял, что не смогу больше убивать. Из-за нее я перестал сражаться. Но я не смог окончательно покинуть арену. Давно это было? Давно. Много лет назад. Расспрашивать не буду. Посмотри мой бой. Я тебе завидую. У тебя еще все впереди. Не упусти шанс.